Всем привет, друзья! Сегодня мы снова хотим поговорить про конструктор Лего с учеником робототехники. Как вас зовут? Куриязов Артур. Ага, Куриязов Артур. Давно учитесь у нас? Да, 8 месяцев уже. Ага, 8 месяцев. Это уже последний месяц, по-моему. Как вам вообще нравится у нас? Да. Много нового узнали? Ну да, много. Что у нас вот это такое? Это 7-дисплей, 7x4 7-дисплей. Там можно типа считать. Ну, в коде там пишешь, он может, например, считать от 1 до 9, там любую цифру можно написать. Это у нас? Это у нас пульт. Если, например, нажать на 1, может включиться лампочка, например, или может в 7-сегмент-дисплее, может цифра как это 1, 2, может если нажать на цифру. Эти коды вы все записываете на компьютере, да? Да. Ага. Хорошо. Что у нас вот это вот такое? Это ультрасоник сенсор. Если, например, машина, например, если стена, если 10 метров, например, останется, пищалка будет пищать. То есть предупреждает, да, о том, что впереди что-то есть мешающее. Так, хорошо. Это вы проходили? Да. Что у нас вот это? Это звукомер, ну, типа измеряет звук. Если, например, хлопнуть или что-нибудь, щелчок сделать, например, лампочка включится или что-то другое может сделать. Такая маленькая штучка и такие действия выполняет. Хорошо. А что у нас вот это такое? Это джойстик. И можно, например, играть, ну, игру создать, например, на компьютере, и можно подключить и играть с ним. Хорошо. А в каком классе вы учитесь? В 5-м классе. Сюда вы пришли один или с другом, с друзьями? С другом. С другом, наверное, веселее и интереснее. Да. Такая у нас беседа получилась с Артуром. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.